Я хорошо вижу. Это ведь вы есть Геральт из Ривии, тот самый знаменитый ведьмак из далекого севера. Да, это ведь мы и есть. О, я столько о вас слышала. Когда мастер Лютик был в Баклере, он что ни день о вас пел. Да, к сожалению, для него это обычное дело. Чем могу помочь? Видите ли, мой жених Франсуа Легов торжественно поклялся, что принесет мне башку ужасающего монстра, гротника. А он не мог просто купить вам цветов или конфет? Вы изволите шутить. Каждый знает, что любовь можно доказать только поступком героическим, посвященным возлюбленной. Но его нет уже 2 недели, а посему вы не могли бы поехать и проверить, что там с ним происходит? Барышня, а вы знаете что-нибудь еще об этом гротнике? Судя по названию, его можно встретить в пещерах. Да, разве что он проголодается. И вот тогда он выходит и идет ночью в деревню, когда все спят. Ставни выламывает, просовывает руки внутрь и вытаскивает детей из колыбели так быстро, что те даже не пикнут. Под вид лунный, длинные цепкие руки, разумный. Франсуа говорил, что управится с ним на раз, но он уже так долго не возвращается. Вы не поможете, мастер, а то я от этих нервов спать не могу. Я не отказываю дамам в беде, особенно если они могут предложить награду. Разумеется, вы же все-таки есть профессионал, а не какой-то странствующий рыцарь. Сколько вам нужно? Уступите еще несколько крон в цене, ваша милость. Очень вас прошу. Да, именно столько я склонна вам заплатить. Я сделаю все, что могу, чтобы ваш жених вернулся живым и здоровым. Пожалуйста, подскажите только, где его искать? Я забыла, что вы есть из дальних стран и не знаете. Логово Гротника есть в пещерах у подножья Горгоны. Так близко к городу? И что, ни один смельчак не пытался от него избавиться? Пытались многие, но ни один не вернулся. Потому, собственно, я и волнуюсь. Понимаю. Мне пора. Делу время, потехи час. Я записалась на стрижку к Жанну, мне выдали. А там никого. И салон открыт. Но это на него совсем не похоже. А как на меня не похоже ходить с вороньим гнездом на голове? Давай, плотва! Обождите, сударь. Там притаилось чудовище. Ну вот именно. Я как раз... Чшш. А то вы его разбудите. Пойдемте со мной в лагерь.
Там поговорим. Как, говорите, вас зовут? Вы какого герба? Я Геральт. У меня нет герба, девиза и даже шлема с плюмажем. Я ведьмак. Франсуа Легов, как я полагаю, меня прислала ваша невеста. Она беспокоится, что вы что-то долго не возвращаетесь. Потому что гротник — это крайне опасное бестие. К поединку с ней я должен хорошо подготовиться. Что, прям 2 недели? Я медлил, это правда. Но теперь конец замешательству. Я дал слово чести и чудовище одолею. А ты не хочешь случайно, чтобы я тебе помог? Ну, я не знаю. Я же присягал, что... Что принесешь возлюбленной голову чудовища. Но ты же не присягал, что убьешь его в одиночку. В общем, правда ваша. Фух. Сражаемся, значит, плечом к плечу. За честь! Сначала мы все-таки должны его убить. Странно. Что-то не вижу я этого гротника. Так, может, вернемся? Нет его, значит, нет. Что делать? Мы же старались. Не спешу, Рущ. Осмотримся здесь еще немного. Кости, череп маленький, темечко не заросло до конца. Младенец, ему было около года. Какие-то старые бумаги. Ну вот, все ясно. Это должно быть боровой. Гротник отобрал эту свою жертву. Верно, охотится. Надо его приманить. Держись!
О, клянусь честью, упрямая же скотина была. Я благодарю, ведьмак. Вы весьма мне помогли. Почему ты не выбрал себе менее грозного противника? Ну, Бабалака, например. Ибо сила монстра равна должна быть силе любви и... Ты краснеешь, рыцарь. Видите ли, это все моя невеста. А она вот сразу хочет под венец, а ведь мы всего 2 года знакомы. Так я подумал, что если присягну добыть Гротника, то добуду себе немного времени. Такое чудовище убить — это ведь не что-нибудь. Да, теперь я понимаю, почему ты так медленно рвался в бой. Кажется, самое время тебе вернуться в Баклер, храбрый рыцарь. О, нет, ибо башка этого чудовища слишком мала, чтобы выразить, как сильно я люблю свою избранницу. Я отправлюсь странствовать по свету. Какое-нибудь другое чудовище в ее честь зарублю. По-хорошему советую, забирай эту башку и заканчивай с этими глупостями. Вы не понимаете. Как только я к ней вернусь, пиши пропало. Она затащит меня под венец, а... Послушай меня, сражение с чудовищами — это не гербы, не начищенные доспехи, не млеющие дамы. Это работа. Чертовски опасная и неблагодарная работа, для которой ты не годишься. Ты хочешь доказать свою отвагу? Тогда возвращайся к невесте и скажи ей, что ты не готов жениться. Выбирайте выражение, мастер-ведьмак. В Тусенте и за меньшее можно получить вызов на утоптанную землю. Но вам сложно отказать в правоте. Еще немного, и я не вышел бы отсюда живым. Пора возвращаться домой. Шевелись, плотва!
Не думал я, что доживу до таких времен. Я б на твоем месте здесь не задерживался. Защитницы-то по ней больше нет. Держи. У меня добрые вести. У меня тоже. Франсуа уже вернулся. Через неделю мы играем свадьбу. Завтра мы идем слушать наставления молодым супругам. Послезавтра на примерку платья. Потом смотреть свадебный зал. Я так рада! Я не уверен, что это настолько хорошая мысль. Что, простите? Его милость Легов, как бы... Он не относился к перспективе женитьбы с особенным энтузиазмом. Мне кажется, что... Что за наглость? Прошу, ни слова больше. Возьмите деньги и оставьте меня в покое. Подойди-ка сюда, да поживее. Равикс из Черторога. Как я рад тебя видеть. Лепопильон, трубадур, узнаешь? Привет. Кстати, Равиксом назвался шутки ради. Меня зовут Геральт. Геральт из Ривии. Как же я сразу не сообразил. Я верный почитатель. Очень приятно. Мэтра Лютика. Я знаю все баллады из цикла о Ведьмаке, но чтобы мне самому так повезло. А в чем, собственно, дело? Ну, дело-то замечательное. Пропал цирюльник Жан-Луи Людовик. Ты его спасешь, а я сложу об этом песнь. Услышьте же, люди, глас песни свободной, а как спас брат добрее, ведьмак благородный. Так что там с этим цирюльником? Он точно пропал? Да, да. Наверняка с ним произошло что-то страшное. Жан-Луи болезненно пунктуален. Ни на минуту не опаздывает, открывая свою лавочку. Он наверняка будет польщен, если я опишу его чудесное спасение. А кто мне заплатит за поиски цирюльника? Я. В конце концов, такой случай предоставляется не каждый день. Но ты должен взять меня с собой. Я буду на ходу все записывать. Я согласен. Только за необычные заказы я беру больше. Понятно. Разумеется. Да разумеется, как тебе будет угодно. Хорошо, я посмотрю, что тут можно выяснить. А ты, если уж так хочешь шляться за мной, по крайней мере, не путайся под ногами. Разумеется. Ты меня даже не заметишь. Салон Брадобрея вот тут, рядом. А-а-а! Что такое? Есть последняя строчка! А все это в честь досточтимой княгини. Там должно было быть про цирюльника и ведьмака. Причем здесь княгиня? Ее светлость княгиня всегда была так добра ко мне. Я решил посвятить поэму ее мученической смерти.
Так что, с чего начнем? С того, что выломаем дверь. Чит огромная. А в замке преданный вассал. Все двери замка обошел. Исключительно тупые ножницы. Как он вообще мог ими пользоваться? Пустые баночки из-под помады для волос, сильный цветочный запах. Очень сильный. Это особый цветочный эликсир. Эта баночка говорят, тоже пустая. Сюжеты песен надо брать на улице. А я и не верил. Дневник цирюльника, так, ноготочки, локоны, центрийский веер, релийский хвостик под платагона. В Новиграде это уже не модно. А вот тут список посетителей. Последней клиенткой была госпожа Лепомпиду. Ты знаешь какую-нибудь Лепомпиду? Да, очень милая старушка. Уже 10 лет делает прически у Жана Луи. Абсолютно безвредная. Вот здесь набросок какой-то карты. Тебе это что-нибудь говорит? Кажется, я знаю, где это. Но там ничего нет. Совершенно ничего. Только поля, луга. Кажется, я уже знаю. Я, кажется, тоже. Зараза, вскричал он лицом багровее, лишь бритвы духи нет нигде бродобрея. Не мог бы ты минуту помолчать? Кажется, я понял, что с твоим бродобреем. Ни следов борьбы, ни следов взлома. По-моему, он просто отправился за компонентами для духов. Все баночки пустые. Так наверняка и было. Он пошел за город собирать на лугу лепестки цветов. И там на него напали тролли и циклопы и сожрали. Мощно! Ты можешь показать это место на его карте? Разумеется. Тогда видим. Сверкала звезда синевой в небесах, минуты текли, как песчинки в часах. И дальше за стены плющом увиты, и дальше вперед в царство мрачной стихии. Ты все так будешь комментировать? Замшелых гробниц их встречали каменья, но шли они прочь и не знали сомнения. А вот и то самое место с карты. Зараза, назад! Спаси меня! Сейчас! Это было? Архиспора. Может, их поблизости еще больше? Хрен его знает. А что тебе подсказывает твое ведьмачье чутье? Что ты хочешь вернуться. Отличная шутка. Идем дальше. Я же знаю, что ты сможешь меня защитить. Теперь проверим другое место на карте. Мечом наш герой зарубил его скоро, повсюду разбрызгавшись архиспора. Но в брюхе сыскать не сумел бродобрея, знать кто-то другой его слопал скорее. Есть! Это корзинка Жана! Теперь мы точно знаем, что он тут был. Корзинка с лепестками цветов. Так пахла та помада.
Кажется, я напал на след. Кажется. Следы борьбы, все-таки ты был прав. С ним действительно что-то случилось. Ох, ну хорошо, если так. Надеюсь, что это не тролли. На них рифму почти не подобрать. Как? Ты уже нашел следы? След обрывается на скалистой площадке. Они спустились глубже в пещеру. Темно тут как-то. И страшно. Испугался, значит? Может, срифмуешь что-нибудь для храбрости? Это прическа... Да что ты тут гонишь, Сригаль? Что так модно? Мы в Нильфгарде, а не в этом долбанном ковере! Что он тебе сделал? Что сделал? Он постриг меня под куриную гуску, так что шлем стыдно снять. Я не мог показаться на турнире. Я хотел показать свое мужество прекрасной Вивьене де Табрис. А из-за этого засранца упустил такой шанс. Я вижу, ты уже отыгрался. Это еще только начало. Я еще не решил, отпущу ли я его живым. Как-то это не совсем по-рыцарски. А как же слово чести, клянусь цаплей и все в таком роде? Клянусь цаплей, что выпотрошу тебя, если ты отсюда по-быстрому не уберешься! Ангард! Я тебя вызываю! Вы стоять! Не лезьте! Собака! Сделаем все по-рыцарски! Воспой же, о муза героев, сражение, где ведьмак наглецу нанесет поражение. Я тебя выпущу, а потом из парикмахера это не доделываю. Ты как вы, блядь, не научились? Еще раз! Я сам говнюка завалю! С дороги! Поздно уже. Может, мы лучше пойдем? Ле Папильон, раны святого Лебедына спасли меня в самый последний миг. Можешь не благодарить. Жан-Луи Людовик, я полагаю? Пойдем, пока не... Тихо вы там, оба! Вот оно! Узрев ведьмака, все застыли от страха. Охальника вмиг превратил он в кастрата. Кишки натянулись, как струны на дыбе. Ведьмак ему брюхо вспорол, словно рыбе.
и славный клинок погрузил столь глубоко, что враг захлебнулся желудочным соком и рухнул, накрывшись ногами своими. А все это в честь досточтимой княгини. Ты уверен, что все случилось именно так? Прости, ведьмак, но ты ни бельмеса не смыслишь в поэзии. Публика требует страстей, а я ей их обеспечиваю. Что насчет моей платы? Я планировал расплатиться с тобой в рассрочку. Назначим выплату, скажем, раз в полгода. То есть денег у тебя нет? Я вам заплачу, мастер-ведьмак, и сто крат вас отблагодарю. Зайдите ко мне как-нибудь подровнять височки. Благодарю.